тоже начну. Step — это 4 счета. Это широкая постановка между стопами на платформе, да, и возвращаю себя в почти шестую позицию. Верно, 4 счета также. Мамбо, вы мне тоже сейчас скажете. Мамбо. 3-4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, все просто. Ну, вам сейчас уже легче будет. Вы знаете эти шаги все с вчерашнего дня. Over the top. Over the top есть такой шаг. Это уже шаг чуть-чуть более сложный. Он уже идет после того, как люди умеют шагать basic step. Они научились шагать basic step, а over the top — это уход за платформу. Это basic step за платформу. Сам шаг, смотрите, всегда мы делаем так, стоп. Over the top, cross step и pivot. Фигурную скобочку сделайте и напишите базовые модификации. Сейчас скажу. Три подряд. Смотрите. Over the top, cross step, pivot и reverse. Это фигурная скобочка, это базовые модификации. И реверс тоже. Да, четыре. Вот. Еще раз, over the top это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да? За степ. Базовая модификация over the top на 8 счетов. Знаете, как можно написать? Напишите 4-8. Сейчас объясню, почему. А? Не-не, он ногу не меняет. Over the top. Нет, 4-8 имею в виду, что если можно сказать over the top, просто over the top, как правило, не делают базовые аэробики один раз, поэтому его делают туда и обратно, поэтому это занимает 8 счетов. Это базовая модификация, это целая связочка получается. Если сделать один раз, то, конечно, это будет 4 счета, поэтому оставьте 4-8. Понятно почему? Да? Кросс-степ — это тоже 4-8. Кросс-степ обычно делается после over the top, но очень удобно учить сам кросс после over the top. Здесь кросс делается вот таким образом. Это обход платформы на 8 счетов. То есть получается 4 туда и 4 туда. Здесь тоже 4-8, потому что может быть один кросс. Один кросс, да, второй кросс. 4-8. Один кросс — 4, один over the top — 4. Угу. А так это как базовая модификация, это 8. Понятно? Нет вопросов? Да. Еще у нас есть шаг кросс-степ. Поставьте вот так вот слэш на кросс-степ. Кросс-степ еще может выполняться прямо на платформу. Я его вообще не использую, потому что он безумно неудобный шаг. Кросс-степ на 4 счета, как и в аэробике. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Скрестишь? Да, да. На 4 счета. Это вот на платформу. Только на 4. Угу. Это только на 4. Можете в скобочках написать 4, в скобочках на платформу. И дальше у нас есть две базовые модификации. Смотрите, почему это модификации? Потому что это небольшие изменения с базовых шагов. Что такое пиво? Пиво — это вот что. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Эта модификация делается просто с мамбо. То есть мы сначала делаем мамбо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Понятно? То есть, почему это модификация? Потому что это небольшое изменение уже обычного базового шага. Поэтому эта базовая модификация делается на 4 счета. 4. Сначала мамба, на базе мамба. Да, обычно на базе мамба, да. То есть, сначала мы разучили мамба с людьми, а потом мы можем показать, что такое пиво. Используешь пиво, Лиз? Нет. Я тоже. Такой тоже шаг, не особо удобный. Много шагов есть таких вот, ну немного, их тут в принципе мало, но вот половину из них я вообще не использую. Но для базовой аэробики, чтобы вы знали, это нужно иметь, знать. А так я вам покажу много других простых модификаций, которые можно применять очень удобно и
без сломанных ног. И реверс, да, это последний шаг у нас. Это на платформе. Шаг на платформе на 4 счета. Грубо говоря, это поворот на платформе. 4 счета. Раз, два, три, четыре. Я их не перепутала. Реверс пивота. Я их постоянно путаю. Нет? Точно они перепутала? Я вообще постоянно их путаю, абсолютно постоянно. Вот, пивот и реверс. Да, 4 счета на платформу. Этот шаг уже используется прямо в хореографии, то есть когда вы сделали какую-то связку, вам нужно как-то разнообразить basic step, например, у вас их 8, и 8 из них будет реверс. Вот, то есть это уже прям хореография. Но это одна из базовых модификаций. Понятно, почему модификация? Вы делали basic, а вам нужно было basic как-то, не знаю, добавить ему изюминки, вы решили сделать реверс. Вот и все. 4 счета. Дальше шаги, которые ногу не меняют, это внизу шаги на нечетное количество счетов, Little Mamba и Stomp. Double, 3-4. Я их обычно говорю Stomp 2, Stomp 3, Stomp 4. Ну, типа того. Вот. Поэтому можете не извращаться к квадру и так далее. Типа Double Stomp, Triple Stomp и так далее. Можете не говорить. Вот. Stomp 2, Stomp 3, Stomp 4. Шаг Little Mamba – это раз, два, три, это шаг на три счета. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, это я так считаю. Сам шаг занимает три счета, а делать сколько угодно подряд вы можете, сколько угодно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Миллион сделал. Little Mamba, 3 счета. Ногу он не меняет, запомните это, он не меняет ногу. Просто потому, что это обычный марш, который делается 3 раза подряд. И если вы домаршируете в конце, то у вас останется правая нога. Ногу он не меняет. Я объясню, как легко отличить шаг, который ногу меняет или не меняет. То есть, если вы связку сделали, как сразу понять, менял он или не менял ногу. Stomp 2, 3, 4 – это то же самое, что Little Mamba, только с небольшим повторением. Раз, два, три, четыре, пять. Это double stomp или два stomp. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это три stomp. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Это четыре. Ну и так далее. Все понятно, да? Напишите 2 это 5 счетов, double stomp это 5, 3 stomp это 7. А можно еще раз? 2 stomp. Чуть-чуть? Еще раз, можно сколько еще? Stomp 2 это 5 счетов, stomp 3 это 7 счетов, 4 это 9 и так далее. Обычно в базовой хореографии, в базовой степ-аэробике используется ПП-шечка Stomp 2 и Little Mamba. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмерочка закрылась, очень удобно. Очень часто используют именно ее. Вот. Понятно? По шагам, которые ногу не меняют. Хорошо, мы идем дальше. У нас сейчас шаги, которые выполняют выполняемые со смены лидирующей ноги. Или шаги, которые меняют лидирующую ногу. Лидирующая нога, что это такое, скажите мне? Ну удар. А? Ну удар. Да, на ударную долю, все верно. Чтобы ее поменять, нужно оторвать ногу от пола или сделать синкопу. Все. Либо оторвать ногу от пола, да, сделать колено, кик, сделать... Кёл заплёс, да, сделать. Что еще можно сделать? Сайт. Да? Все, что оторвать, это поменять. И если я делаю синкопу, я тоже меняю ногу. Да-да-да-да-да. Синкопа. Да-да-да-да-да. Синкопа. Да-да-да-да-да. Синкопа была. Синкопа – это сбивка ритма. Раз и два. Да? Понятно? Раз и два. Раз и два. Поменяла. Раз и два. Поменяла ногу.
отрыв от пола у меня ломает. Все, больше никак. Если все остальное у меня марш, то ногу я не меняю. Вот сейчас я поменяю, смотрите, я примеры, а вы мне скажете, меняла я или нет. Окей? Вы спите вообще, капец. Вы смотрите, а я потом скажу, поменяла я ногу или нет. Дирижная нога, если он как марш, раз, два, раз. Касание. Еще касание. Отрыв от ноги, отрыв ноги от пола, синкопа. Касание, еще есть пауза. Просто я не углублялась, да. Еще есть пауза. Угу. Это тоже смена ноги. Когда я теряю счет. Угу. И касание. Касание это тоже смена ноги. Тэп-ап. Тэп-ап или степ-тач. Я люблю называть это степ-тач, как в аэробике. Это обычный степ-тач. На платформе это степ-тач такой же. Также подъем на платформу, касание стопы, степ-точка, да, степ-тач. Да, и спускаюсь вниз. Можно тэп-ап, его называют так и так, абсолютно без разницы, как вам удобнее, как вам больше нравится. Но, скорее всего, будете называть степ-тач, потому что два дня я буду говорить степ-тач. То есть степ-тач. Степ-тач, шаг, точка, все то же самое. Вот так можно сделать. Тэп-ап, слэш, степ-тач. То есть это аналоги? Это одно и то же, абсолютно. Один и тот же шаг. Тэп-ап – это тэп наверх. Да, и степ-тач – это шаг, точка. По технике сейчас пробежимся. Это четыре счета, да? 4, потому что нам нужно 2 шага, 2 счета, чтобы подняться на платформу, и 2 счета, чтобы вернуться. И в конце, после буквы К, напишите букву С. Кикс. Нет, не кикс, а кик пишется с буквой С в конце. А. Кик, получается К, Ай, К, С. Шаг, кик – это шаг на платформу, прямая нога вперед, вниз, вниз. 4 счета. Шаг, кик, вниз, вниз, кик, пинок. Шаг, кик, вниз, вниз. Ну да. Ну, это такой шаг. А какие еще идеи есть? Вот так? Можно, но это уже как, ну, это танцевальный ролик. Вот, то есть, можно шагать вообще все, что угодно. Там какие-то танцевальные вещи, вот, это уже что-то дополнительное. Так, основной шаг – это кик, это прямая нога. Когда я работаю, допустим, что-то такое, это уже какие-то танцевальные.
танцевальные истории, да, то, что нам нравится, мы добавляем. Можно это не обзывать никак дополнительно. А можно сказать кик, поделать кик, а потом модифицировать его на то, что ты хочешь, вот то, что ты показываешь. Фусовый кик. Свою хореографию. Четыре счета. Кёл, да, тоже это понятно. Что такое кёл? Да, это обычный захлёст. Здесь он выглядит абсолютно так же. Четыре счета. Няф — это колено, всем понятно, да? Тоже четыре счета. Лифт сайд. Это, можно сказать, да, отведение или кик в сторону, по большому счету. Почему я говорю кик в сторону? Потому что нога не должна высоко подниматься, потому что начинается такая история, если это отведение в сторону, а нога должна подниматься невысоко. Я этот шаг использую крайне редко, но сегодня с вами пошагаем. Лифтсайд. Четыре счета. Здесь нет этого шага, но я его и не использую уже. Лифтбэк, чтобы просто вы знали. Лифтбэк — это шаг назад. Можете его не записывать. Тоже его не используйте. Я вообще пытаюсь народ увести. Он есть в базовой аэробике. Лифтбэк. Обычно это делается вот так. Синхронно еще вперед. Вот. Но так как клиенты и тренеры это делают неправильно, и смысла в этом шаге нет, я его вообще не использую и убираю здесь. Неправильно, потому что начинают сильно задирать ноги, непонятно, что вытворяют, и поэтому лучше его не использовать. Ланч, репит, шасы, ча-ча-ча. Ланч. Ланч – это базовая модификация. В скобочках делаете базовую модификацию. Ланч выполняется на... Базовая модификация на 8 счетов. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 счетов. Это уже как какая-то смена, замена. Это уже модификация здесь небольшая. Репитеры. Репитеры – это повторение. Повторение тех шагов, которые ногу меняют. Это все вот эти шаги. Степ-тач, кик, няп, лифтсайд, и репитеры используются к ним. Например, репит два колена. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два репит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три репит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четыре. И так далее. То же самое абсолютно с обычными шагами, то же самое с кёлами, все одинаково. Репитеры — это просто повторение. Репитеры ногу меняют, потому что это повторение шагов, которые меняют ногу. Их может быть сколько угодно. Если это два колена, репит два, то это шесть счетов. Если это три колена, то это восемь счетов и так далее. Плюс два. Поэтому 6, 8, запятая, две точки. Шаг шасы. Что это такое? Скок. А? Да, скок. Ну покажите мне, встаньте. Допустим. Ну давай на полу покажи. Да. А ча-ча-ча? А, они похожи, в принципе. Это та же самая синкопа. До сих пор мы на самом деле спорим, что такое шасы, что такое ча-ча-ча. Всегда на эту тему между собой. Вот. И мой вывод такой. Я это как разграничила? Мамбо-шасы — есть такой шаг. Мамбо-шасы. Я его называю просто шасы. Это шаг на 4 счета. Или просто мамбо. Или просто шасы. Два марша. Шасы. Два марша. Вот это я называю шасы. И его я использую на 4 счета. С шагом, который дополняется. Либо это два марша, либо это два марша, либо это мама. А ча-ча-ча я использую на 4 счета на платформе. Это прям сбивка ритма синкопа на платформе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два. Вот это я называю ча-ча. Или, например, ну да, вот этого достаточно сейчас, не буду мозг крутить, запутаетесь. Понятно?
чача – это раз и два, это два счета. На два и на три бывает ча-ча-ча. Раз, два, три. Или раз, два, три, четыре. Четыре счета. Ча-ча-ча. Да, три, четыре, четыре, три и четыре. Три мы использовать с вами сейчас не будем, это сложную хореографию. Четыре будем. Мы сейчас с вами будем все ровненько использовать, чтобы не путать, чтобы вы поняли, что нужно делать. Шасы тоже получается. Шасы мы четыре, да. Да. Да, просто если есть люди, которые шасы называют само шасы, вот это два. У вас еще есть тут два шага, которые вы доделываете. То есть по факту это три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Может быть, шасы это могут шасы назвать другие люди, другие тренеры, просто вот сам вот этот шаг, что он на два счета. Раз, два.